Доверие, диалог, уверенность в будущем. 7 импульсов партии Нур Отан озвучил ее председатель Нурсултан Назарбаев. Первый президент поручил усилить борьбу с коррупцией и провести чистку рядов внутри политобъединения. Инициативы Ельбасы сегодня были поддержаны. Открытость общества, публичное обсуждение проблемных вопросов. Были рассмотрены и проблемы сел, предпринимательства, молодежи, налогообложения. Первым президентом даны хорошие рекомендации. Это даст новый импульс работе первичных организаций партии. Проводиться такие, как информационные, цифровизация, будет ближе к народу. Открываются новые кабинеты именно связи, приема по всему Казахстану. Ведутся проектная деятельность партии очень хорошо. Безусловно, мы поддерживаем, и как всегда, можно сказать, что председатель партии, наш лидер Ельбасы, в духе времени и чувствует дух времени, и в самый нужный момент, наверное, решил произвести данные инициативы. Эти инициативы в первую очередь связаны с общественным доверием. Диалог с населением очень важен для партии. В частности, была поставлена задача активизировать работу первичных партийных организаций на местах. Я считаю это решение очень своевременным. Потенциал общества должен расти, и этот вопрос будет подниматься среди граждан. Нам необходимо сегодня перейти на более точечные формы работы. То есть вести открытый диалог с нашими избирателями, знать, что сегодня их больше всего волнует, что сегодня работает в плане тех же законов принятых, что не работает, и может быть в этом плане пересмотреть какую-то часть правовой базы, которая ориентирована как раз на улучшение жизни наших людей. У партии сегодня возможности достаточно хорошие. Фактически теперь члены фракции должны продемонстрировать свою способность предотвращать и преодолевать проблемы общества, эффективно формировать региональные бюджеты, реализовывать программы, решать проблемы местного населения. Будет больше встреч с населением, приемов и собраний.